Да, здорово. Ты? Я только съемку начал. Вот только что. Ты чего тут взялся? А чё? А просто чё, зашел ничего. Спросить, как вы, чё вы. Чё вы, ты ж от нас ушел. Да, ну, да. Как-то... Так, подожди, надо себе. Поприветствоваться. Всем привет, я с просто... вами Джим Райнер, Акс, это тебя уже не помню. Ну ты да, Гримрак. А, точно, Гримрак. Я просто на парадоксе не играю. А, ну вот. А мы тут замки поизменяли, знаешь ли. Паранойя, ну, все дела. Это, если помощь нужна, вы обращайтесь, у меня лаунчер есть. От тебя? Ну, вдруг. Вдруг. Налутаем денежек. Приготовься, до миссии недалеко. Агась. Я сейчас на DayZ почте СССР играю. С этими, с клана АБ. 40 человек. А чё там, 40 человек на сервере или 40 человек? 40 человек в клане. И 40 человек, 40 человек играют в DayZ СССР. Подожди, а в чем прикол? Ни в чем. Виталик, 40... блядь. Чё? Мы вчера, короче, парней ограбили на 300 тысяч. Знаешь, где мы сейчас едем, нахуй? Возле миссии. Ты, слышь? Блядь, приготовься, гнида. Виталик. Чё тебе надо? Прикинь, вчера, так, короче, топим. Какие-то ложки, короче, они заперли свои сейфы, мы их ограбили на 300 тысяч голды. Прикольно. Ну, ой, да. Чё, и еще хаммер. Ой, там пизда какая-то. Или вкусности. Одно из двух. Ладно, короче, попозже к вам зайду. Ну все, свали, давай. Ладно, давай ты. Говорит, ладно, свали, давай. Так, всем привет. Да. Сейчас мы поедем в миссию. Благословить тебя. Лута. Плюс нахуй. Все боги мира. Бля, что-то тут пустовато пока, ну ладно. А мы еще до миссии не доехали, он за этим холмом. Сука, Виталик, блядь, готовь пулемет налево и по станкам сразу меть. Почем? А, по станкам. Блядь, вот они нахуй. Так, это десант, миссы. Там уже, походу, кто-то чистил. Да почищу, наверное. Тихо. Притормаживай. О, господи, ну притормози ты, ну не топи ты так. Я ж... Вдруг они... Виталик, я передумал. Виталик! М. Направо за дом. А, понятно. Еще они раз. Они в городе, вон они, расстреливай их нахуй. Не вижу. Тормози. Где? Прямо по дороге по нам бьют. Я не вижу. А, вот. Один готов, а где остальные? Остальные в трейде. Где? Технику угнали, похоже. Че, нам одного бота оставили? Трейд, заедем нахуй. Сейчас... Блин, он нас побил. Гараз. Ну и зачем нам в трейд? Что ты делаешь? Что ты говорил, Кил? Еще раз. Блин, хорошо, что у меня голосовой чат не включен. Вон они. Где миссия, скажи мне? Я не понимаю, почему там ботов так мало и где техника? Где они? Вон они, видишь? Ох, дохуя их там. Да. Вообще-то я мутку на положении много. Чё? Есть штуки, осталось 12. Мы поможем, а где техника? Подожди. А чё ты вылез? Думал, так лучше радио будет слышно. Тихо. Давай, стреляй, я выехал. Я не вижу. Прямо. Вон они бегают. Хэдшот мы забыли. Убили часть. Четверых убили. А где техника? Же вопрос. Нам бы их залутать бы, чтоб не с пустыми руками уходить. Окей. А ты где был? Подожди, я тебя не видел. По нам. Справа, вон бежит. Справа, чувак. Господи. Слева, точнее, вон. Да ты заебал, слева, справа. Вон, извиняюсь. Так что такие дела, вот мы тут ездим и убиваем их. А я не вижу никакой техники, вон, что за хрень. РТМ. Где? Вон он. Я забираю. Давай, едь.
твою мать. Шьют. Давай, тихо. Дай мне высадиться, Дай мне высадиться, ну господи, ну дай. Нет, ты меня не убьешь. Ай. А кто стреляет? Не знаю. Подцепи его. Твою мать, он весь красный. Он на ходу. Он еле едет. Подцепляй его к нам. А его можно цеплять? Я думаю, сейчас не самое лучшее время. По нам типа стрелять. Вон он лежит. Вижу. Сука. Сейчас ты у меня отсосешь, паду. Яс, блядь. Сейчас ты у меня отсосешь, сучка. Где вы все, пидорасы? Это наш БРДМ. Мы его полностью сейчас отчиним. Давай, двигайся. А в нем бензин. Подцепи его! Подцепи его к нам! Его точно можно цеплять? Попробуй! Тол нажми, и он там подцепиться должен. Тов. Так. И Антол ту засок. Я знаю. Ну, эй! Только что же было. Извиняюсь. Сука, ты заеб. Короче, нужно его дотащить. Отъедь! 3 км/ч он топит. Но меня не убьют. Таким образом. Давай. Виталик, я завагал. Да ты чё? Я с горки качусь. Давай я тебя толкану. Ты чё? Нет! Нет! Ты разобьёшься. Ты разобьёшься, я тебе отвечаю. Ну не делай этого, идиот! Ты себя разобьёшь, и меня! Не делай этого, я тебя сейчас расстреляю. Так лучше. Чувак, меня башня бронированная, я тебя расстреляю. А чё он не тащит? Он с горки просто катился, я сейчас его заправлю. А, подожди, его нужно починить. Давай, чини его. Эй, чертила, ты от зомби там прикрывай меня. Так, я сейчас машину скину запчасти и колесо одно. Топ, я его чинить не могу почему-то. У меня не отображается ничего на нем. Как это? Он зеленый у меня. О, он стал зеленым. Осталось только заправить. А у нас бочка с собой есть? Нет, бочки нет. А у тебя есть деньги с собой? Есть. Сколько? Нет, конечно нет, подожди. Сколько у тебя? Хоть сколько-то? Вообще ноль. Блять. Нам еще 5000, и я могу бочку купить. Да подожди, я его цепнуть попробую. Почему он не двигается? Да хули! А, я за стрелком. На, подцепляй его сзади. Сам себя подцепляй, я поехал. А, можно ж хаммер подцепить, подожди. Я тут рич. Я. Стой, давай на трейд заедем. Я тут рич, не ты. Я. О, похуй мне на тебя. БРДМ, привет. А как он зеленый нам стал? Не знаю. Как хорошо, что у меня с собой были канистры. Заправляемся. Слушай, оставь тут все и пойди пустым полутай трупы. Слышишь меня? Подожди, ты что творишь, идиот? Да ничего не будет, русским языком сказал. Ты Ты что творишь? А ну отойди. Отойди от меня. А ну отошел. То, я хочу хаммер прицепить к нему. Ты что творишь? Ты что творишь? А ну иди. Иди пушки лутай. Ах ты гад. Ты что сел? А ну свали отсюда. Ух ты! Ты что делаешь? Игроси. Не трать патроны. Кстати, а как стрелять с нее? Как? Выйди и стреляй. Ну выйди полутай трупы. Я не буду их лутать, ты что, псих? А я не буду ехать. Мы постоим. А я не могу выключить двигатель, пока ты на этом самом. Да почему я на пассажира не могу пересесть? Не знаю. Я могу. Читы! Мой БРДМ.
Не кило, мой. Украли БРДМ, ё-моё. А, БРДМ. Слышь, так реально выложи себе всё в этом сам. Ты можешь лутать камеру? Вау, как тут мало места. Повернись. А, кстати, я... Ух ты. Да чё, мало? Классно, красиво. Вон там даже огнет. Отсидим, отсидим, отсидим. Полный срок, отсидим. А, тут даже на место стрелка нельзя. Подожди, как... я хочу сесть на тос рядом с тобой. Упс. Лютой вообще что ли? Да я от первого лица езжу, тут вообще такие маленькие дырочки. Я тебе, кажется, куда-то откинул. А что я делал вообще? Я не знаю. А, сука, я залил кровь в себя! Блять. Кстати, хаммер нельзя чинить и заправлять во время того, когда он находится в этом. А ты лутать его можешь? Лутать можно, но чинить... Вот тогда и пропала тогда машина наша, поэтому. Так, а где я сейчас сел? Сбоку. Охуенно. Охуенно. А чё я ниже, чем ты? Потому что я доминирую. Давай ты за пулемётчика, я наводил. Давай ты возьмёшь из хаммера рюкзак и пойдёшь возьмёшь пушки. Нет, плохая идея. Хорошая идея, их там не осталось. Поехали, заберём их. Нет, я не поеду, я дорожу своим БРДМом. Ты дебил, не пробивай меня, блядь. Ну дай я хотя бы тогда его заправлю. Так заправляй, я внутри посижу. Да. Сейчас. У меня тут 4 канистра. Хуеть, какой он смотри красивый. Это да. Мечта. А чё оно закрылось-то окно? Потому что я выключил движки. А чё, в окно можно человека уебать? Не знаю. Не, ну по идее, там же ж пробивается. Ну так темно стало. Че, серьезно? Может подрочить? Сука. Делать раньше ничего, да? А вот с этого пассажира переднего можно на место стрелка залезть. Интересно, но он маломестный. А на ходу ты сломаешься? Давай, наливай! На ходу, да, тут ломаются. Он красивый, кстати. Да-да. Подожди, там должно быть две техники, она же еще не кончена. Что? Что он говорит? Камера 2. Че? Ну мы с тобой Диву сяду, чтоб не украл. А че он говорит, я не понял. А. Привет. Ну я говорю, мы короче, это было вот это вот мутня, короче. Вот этот БРДМ там был и все. Не понял. Чё ты там нашёл? БРДМ, вот эта вот машина, короче. Мы её скоммунизили, там ещё какая-то техника есть. Знаешь что, вот этот БРДМ вообще-то, это я миссию выполнял. Его ремонтировать надо было, правильно? Нет, он уже фулово был зелёный. Нет, он уже фулово был зелёный. Да, зелёный. Да, зелёный. Это докажет. Он весь был сломан, правильно? Я ну, его, да я его зелёный, отремонтировал. Зелёный. Сядь на место стрелка, посмотри. Я его отремал, у меня ремкомплект был. И все для техники. Я говорю, я миссию выполнял. Валим отсюда. Подожди, если... А что на миссии что самой на миссии было? Подожди, какая там техника есть там сейчас? Вот он этот бардак и был на миссии. Он миссионный. А, тогда валим. Ну так. Валим. Вообще-то я ну так что, мы его отремонтировали потом, это твои проблемы, так сказать, что ты не пришел и забрал его. Валим резче. Ну дай пока, чувак, извиняй, конечно, можешь, конечно, с нами войну вести, но как-то... Ай. Давай на этот самый, на обычный трейдак. Мы к тому же на записи это все делали, так что, блин, я не знаю, можешь посмотреть, докажут. Мне без разницы, ехать, забирайте ехать. Окей, ему, видимо, насрать. Поехали. А я БРДМ. За пулеметом, надеюсь? Нет, мне нужно пересесть снаружи. Давай отъедем метров на 300. Блин, такой борзой, блядь. Ну, не слишком. У него ТВП, оно пробивает эту хуйню. Что? У него кит, кстати, этот. А, ну да. У него... Это самая жестокая пушка. Ну-ка, тормозни. Так, я сейчас пересяду на стрелка.
Ну блин, ну речь тормози, ты чё, на S не жмешь, что ли? Ну поторопись, блин, пацан, поторопись. Я вообще с фонариком бегаю. А чё у тебя с фонариком? Да. Я просто вчера вечером решил в хате фонарик включить. Патроны не трать, их не так уж и много, 500 штук всего лишь. А там ещё ПКТ. Эй, штурман сраный, бля. Я хз, куда ехать, поэтому, блядь. Налево. Да, налево, правильно. И едь по главной дороге. Ишь какой, блядь, наглый. Ты чё наглый? Он же нам отдал. Мне блин, кажется, у меня тут нас... постоянное приближение. Это не... Это глаза режет. Блядь. Там, бля, это... Постоянный зум. Оставим БРДМ для миссии, а так на Хаммере кататься будем. Это да. А Хаммер можно вертолетом поднять? Можно. Печаль. Можно. Конвой, где конвой? Быстро, 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 быстро. Конвой. Ну на центре где? Едь. А, он снизу. Блин. Я в бандит Верден еду. Давай в бандитку. Блядь, там в другое направление надо ехать. Не-не-не-не-не, сейчас, смотри, нам нужен первый поворот направо. Нет, ну не разворачивай, ну аутюга, ну ты куда? Окей, кто тебя просил разворачивать? Я же штурмал. Я штурман. Я умею. Смотри, вот, короче. Тут сейчас будет поворот направо, на нем повернешь. А как мы утянем технику? Получается, ты цепанешь ее другую тоже? Да, парфосиком. А сюда ж нельзя цеплять, кстати. А зачем? У нас БРДМ-ка, ты че? Направо? Да, направо, направо. Заодно увидим, сколько БРДМ-ка топит без шифтов по бездорожью. Да. Это 30. Без шифтов? Да. Классно, 50. А с шифтом? Слушай, у меня с собой 4 канистры, но у нас полбака. Да едем. Куда? Пидор, блядь, прибежал нахуй уже. Миссии возьмем. Я их ловить на перекрестии буду, там бездорожье, мы должны успеть. Следи за ними. А что за ними следить? Бандит, блядь, ебаный. Едут все потихоньку вверх. Вы же вверх едете? Да, они вверх едут. Будем ловить их. Так подожди, там какое там бездорожье, ты чё? Там бездорожье идет, а дорожка это бездорожье вроде. Или нет? Ты о чем? Ну, они, вот они по главной дороге едут, они на бездорожье не сворачивают. Подожди, покажи. А, ой, да. Ой, ну. А, ну есть говняя дорога. Давай, едь. Слушай, это самое. Теперь же ж нам ихние пулеметы ни почем. Почем? Блин. Тебе ни почем, мне въебало прилетит. В смысле? Так у тебя же стекляшки. Там разве стекло установлено? Ну а ты посмотри, там отсвечивает от первого лица, погляди. А, ну да. Так, картограф. Куда? Картограф в смятении. Сейчас. Дальше едь. Налево? Да. Хотя нет, нет, направо, там главный дорога будет быстро. Да, чё-то мы тут заблудились. Кстати, я думал, это вообще какая-то мутня, и так на танк похоже. Она ж не пропадает. Скорее всего, нет. Охуенно. Может, спросим? Не пропадает, бля. Хаммер же не пропал. Хаммер это так, для развлекаловки будет, а вот это на серьезные миссии. Ой, я на этом самом, на капсе пишу. Блин, грём в одной голосовой. Ой. Бля. Хуйню несёт. Да блин. А почему у меня это самое, GPS-ка не открывается? А, вон, она только от третьего лица открывается, понятно. Так, едь, не сворачивай, никуда не сворачивай. У меня твой перекрестие, кстати, отображается, это офигенно. Что? В смысле отображается перекрестие? Прицел. А, моё? Да. А, то есть ты типа знаешь, куда я целюсь? Бля, пиздец, приехали оттуда. Туда, куда ехали. Не, это не та, это не тот город, ты чё? Блять, все на одно лицо. Сколько ты литров залил сюда? Не знаю, мы возле Мюнхенштейна. Я залил 60. У меня еще 80. Готов. Смотри, там направо, вполне возможно, тут боты тоже есть. Да, тебе направо.
Нам бы где-нибудь заправиться, ну, в смысле, остановиться и 4 канистры влить. Ты куда поворачиваешь? Направо, что ты сказал? Нет! Ладно, там поворот будет. Нет, чувак, там нет поворота. Мы делаем ладно, крюк. Вот. Извиняюсь. Тут твоя вина, ты не сказал, пиздюк ебаный. А ты с GPS-ом? Я? Подожди. Да, GPS есть. Давай, ой, что-то они вообще какие-то медленные, пидорасы. Кто? Те обезьяны. Блин, нам реально нужно где-то остановиться. Зачем? Ну, как блин, у нас какой-то танк такой, знаешь, козырь? Залить. С двумя башнями. Ага. Жалко, нельзя залезть на пулеметчик. Типа вот это, как... Вот эта германская разработка крыса? Да, ну да, почти то же самое. Блин, далеко. Напиши, это трофей же с миссии. Не, в смысле, он угрожает нам. А. Угу. Нужно срочно залатать все дыры. Укрепим потолки. Кстати, через двойной потолок точно забагает, наверное. Он их не поднимет. Двойной потолок рулит. Там да, пиздец какой некрасивый. Да и тем более над ними мишка. Хрен он... Который, который можно взрывать и взрывается внутри техника. Это да. И поэтому это... я тебя прошу, не сади на верхний какую-то да, технику. Да, да. Так я переставлю ее в сторону. Потом, может быть, объясню. Кажется, я пропустил какое-то его... Напиши намек, намек понял, ё-моё. Блин, вроде бы по карте совсем близко, а нам еще 5 километров. Миринда, блять. Напиши, лучше бы не возвращалась. Все равно за пулеметом. Ну ничего, у нас теперь БРДМ-ка нахуй. Ну и нахуй прорубли просто. Я в БРДМе нахуй и в охуительной башне. Ой-ой. Вау, что-то меня повело. Блин, походу нам на том месте заправляться придется. Мы их отстрелим и заправляться будем. Не, ну подожди. Кто-то был... Подожди. Шо? Вот, короче, все, что есть у меня. Так у меня 4 канистры. А, набор инструмента. У меня, кстати, рюкзак наполовину полный. Так. Вот, я отбил свой рюкзак. Бери, что надо. Я все взял. Аккуратно, тут могут что-то... А, на набор инструментов не смог взять, бери. Так у меня, блин, это, у меня их 4 штуки. Эх, наутал. Ох ты, бля, что ж такое-то? Ты только чё? Клаву переместил чуть-чуть влево клаву, блин, она мне уже повело. Кому ты рассказываешь? Нам налево. Да я тебе говорю. В смысле налево? Нам прямо. Налево нам? А, мы где? Мы где? А, понял. У меня просто GPS слетел. А как его открыть? А, у меня скроллок, подожди. Ты о чем? А, GPS открой себе. У меня Ctrl-M. Пиздец, он отвлекает. Кто? GPS? Да. Так на GPS не надо смотреть. Ты на него смотришь только тогда, когда не знаешь, куда повернуть. Где эти пиписьки там? Да, едут. Мы их, кажется, в городке встретим. Там безымянные городу. Смотри. Хаммер, кстати, могут повредить. Нужно будет его отцепить, что ли? Нужно как-то нежданно сразу на них залетаем, так... Только не взорви технику, я тебя прошу. Ну, этот самый, все, что не грузовик, можно хуярить 12-миллиметровкой. Знаешь, там или... может быть водник с зениткой. Ну, от его и буду хуярить. Он же заебись. Подожди. Там водник с зениткой, блядь, именно. А мы все утащим домой? Утащишь. Ты садишься, цепляешь к грузовику и тащишь. Типа я на БРДМе с грузовиком, а ты на Хаммере с... Что это за хуйня стоит? Суф с пулеметом, а ну-ка прочекаем. Убьем? Чехли его, чехли!
Чехли этих пидоров! Да чё ты едешь? Тормози, я не могу целиться! Всех убил? Нет, один остался. Да чё ж ты едешь? Я ж не могу стрелять на ходу. Подожди. Прикрой. Чё ж ты едешь, говно? Подожди, какой это сов? Подминский. Подминский. Он не пропадет. Не, он пропадет. Да, это ботовский. Наверное. Короче, у меня такое предложение. Смотри, что едем делать. Дальше, он пропадает же. Взорви его нахуй. Окей. Подожди, не хочу тратить патроны. Ну хотя ладно. Полки. Готов. Поехали. Спойлер сатаниста, ёпта. Классные ладно. Пушечки. Мне нравится. Куда инвентарь делся, блядь? Ты что, спылесосил весь? Да. Сука. Жид ебаный, подожди. Я весь забитый. Поехали. Будем ловить их на этом. Да чё ловить? На них едем. БДС. БРДМ-2. 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 Е. Ага, ага. Ага, ага. Тут радарчик есть, ёбаный. Да, кстати, мы можем палить, где вражеская техника. Клёво. Блин, проверим, меня бесит метка Хаммера сзади нас. Вот эта белая точка. Вообще бесит. Бесите. Угу. Я, если честно, прихуел, я тебе скажу, когда увидел этих ботов на админском суе. Слушай, а почему у них ствол был развернут в сторону? Ну, не могучие, я тебе говорю, они даже не сопротивлялись. Так они не сопротивлялись, потому что мы слишком бронированные. Они лагают. Алик. Так я думаю, почему у них миниган развернут в сторону? Конвой встречали. Какой нахуй конвой? Тот, блядь. То есть это типа противники конвоя? То есть ты убил только что мирных людей, пидор. Блин. Так нам, походу, они были в скинах рокеров. Хаммер! Нам напал. А, блин. Это ты засек наш Хаммер, я обосрался. Нам направо, нет? Не-не-не, нам дальше. Это херовый. Бой. Это херовый поворот, дальше едь. Так вот они, по той дороге, я GPS нажал, смотри. Они не по этой дороге. Давай. Кому сказано, вперед. Это, а, да, блядь. Это херовый перекресток. Так это там можно на перехват им было ближе это... подъехать. Ну, оно как бы да, но оно как бы нет. Ну, мы круг сделали, короче. Это как фальшивые скороткие в НФСе. Ну, ладно. Натя, типа, понял. Ну ладно. Будь готов, стрелок, вонючка. Что? Сейчас, сука, вообще стрелять не буду. Ты пукнул в машине, это все, это пиздец. Танки ты задохнулись, блядь. Шутеечки у тебя, конечно, отбор. О, ну что, погнали? Лучше твоих шутеечек я никогда не видел. Ну близко, Анатолий. Я Виталий. Да ладно, будешь Анатолием. Нахуй послал. Не такие медленные, просто жалко их даже. Нам еще ехать и ехать, километр. Прикинь, там танк, нахуй. Конвой, блядь. Виталик, такой, что я в БРДМе, нахуй, с охуительным стволом. Что-то как-то хуёво тут, Виталик. Еть. Ой, тут есть ночное видение. На что нажимать? На N. Хо. У тебя тоже? Или у тебя нету? Нет. Вижу. Нормально, едем. Хуйня. Ебать, что там за махина такая? Блин, я не вижу. Тихо. Ебать, колеса сбиты. У нас? Да. Нас убили. Нас уничтожили. Да? Да? Тебя нет, меня да. Я в бессознанке на 500 секунд, я умер. Что там за хуйня была? Я не знаю. Короче так, ждем, пока они проедут, отцепляем Хаммер и уезжаем. А ты думаешь, он сохранился там живым? Да, я видел его. Виталик? Что? Я тебе отвечаю, лучше бы мы их в городе подождали. Да там у них что-то крупное.
По-моему, зеленая миссия конвой какая-то хуёвая. Блять, а нахуй мы СУ взорвали? Блин. Блин. Ты меня попросил. Ладно. Мой тупняк. Сука. По идее, пусть их можно меня ловить, они ж очень медленные. То есть их можно пешком догнать. Ну там нахуй танк, блядь! Серьезно? Похоже, хуйня на танк, блин. Вот мы и просрали БРДМ-ку. Быстро. А где лучше спавниться, блядь? Я не знаю, сейчас посмотрим. Бомбит. На южном аэропорте, блядь. Ты чё, куда? Это далеко, там километров 10 тебе бежать придется. Блин, проблема в том, что нам отовсюду придется километров 10 бежать. Короче, знаешь что? Чё? У меня предложение, спавнимся в Грисвилле где? А нет. А нет! Валден город есть, Валег. Там. Валдоге? Да, Валдоге. Как раз накроем их. Сомнительно? Очень сомнительно. 4 километра, блядь. Серьезно? Да. Какие тут 4 километра? Тут на вид километров 10. А, не, реально, да, 4. Тоже уже высадился. Кстати, распомни. Парашют? Так, я, наверное, этот момент на паузе поставлю. Вон, я тебя вижу. Где? Ой, у меня скорость ужасная. А так и должно быть, чтобы ужасная скорость была. А, не, нормально. Нет, не нормально, нихера. 0 км в час у меня. У меня тоже. Блять. Грузовик же был по центру, по центру. Значит, его убили сзади, потому что спереди развернуться и убить его бессмысленно. Ну тормони так, где это конвой едет сейчас? Ну сейчас он въезжает в Мюнхенштайн. Он в Мюнхен поедет. Куда? Да. Куда он поедет? В Мюнхен. Где это? А, Мюнхен. Как думаешь, его догнать вообще можно? Можно. Он медленнее, чем этот самый? Чем человек? О, догнать? Пешком? Да. Смотря какой. Этот, я думаю, да, можно. Пёсик. Но без двух машин, то я не знаю. Взял, короче, отцепил хаммер, он пропал. Вообще, да он, бля, я хер знает, как это происходит вообще. Не знаю, багует, как обычно. Ну и чё, надо как-то жирок свой протрясти всё-таки. Охуенно. Протрясли, блядь. Да. А куда делись мои обоймы? Чего? К... В моем трупе лежат, в моем трупе, посмотри. В нем фенфал. И станаги там должны быть. Так станаги, это ж не то. А фенфалы подойдут? Пробуй. Ща, момент. Я снаряжусь себя по полной. Ебать, а где эти горы быть-то нахуй? Три обоймы, это М-ки. Чё, сколько мне до конвоя бежать? 3600. Бежим, чё. Я побежал за конвоем. Псих, блядь. Да. Я быстрее конвоя. Я быстрее ветра. Может, он в городе застопорится? Можешь самоубиться? С Глоком завалить этот конвой в Мюнхенштайн слетать. А откуда я тебе к нему прилечу? Там вроде точка спавна была только в этом самом. Нет, Мюнхенштайн можно, там недалеко есть, ты долетаешь до самого города. Там не так. Там... Нет, там 4 километра до него. Сука, горы, блять, их... Ой, бессознанка. Ну все, привет, бессознанка. Может, ты выложишь что-то? Там его запчасти выложу. Поскольку они КГ? Да хуя как-то. Рома, я вижу ботов. Что там, что там? Боты. Живые? Да, бегают. Одного видел. Сколько что? Одного видел. А техника есть? Технику не видел, видел бота. У тебя есть пушки? Есть. У тебя есть мозг? Допустим. Я в тебя верю. Спасибо.
А теперь пошел, солдат. Так, это зомби. Я сквозь елочку смотрю, чтобы меня не пристрелили. Потому что дистанция маленькая. Меня сейчас могут убить запросто. Запросто их убить можешь. Он где-то бегал, где непонятно. А по технике? Посмотри, там техника есть какая-нибудь? Да хватит, нет? Задолбал ты со своей техникой. Не время для техники. I'm electric. Тут моя жопа в опасности, а ты о технике думаешь. А ты постарайся за здание залезть, и они, ну, будут тебя только с одного угла атаковать. Только один долбоёб подбежит и застрелит в спину. Обнадёжит. Не хотелось бы лежать возле елочки, потому что дистанция очень маленькая. Лизать. Лизать. Возле елочки. Никого не вижу. Никого на горизонте. Стоп, что это там вдали? Труп бота. Их кто-то расстреливал, отвечаю. Оружия на нем не вижу. Бегу на похуй. Кричи, Аллах Акбар. Твою мать! Плотно. Тебя еще не убили. Калекс. Убили? Да, с ДМРа. Напиши, что он тварь. Умница, конечно. Хорошо, что у меня ничего ценного не было. Попробуй на перехват той машине. Да-да-да, я сейчас на перехват пойду. Так. Блин, не, я серьезно, подозревать, там будет что-то вроде открытого, этого самого, не песчаного, пустынного вазика с пулеметом бортовым. Тут отвечаю. Хули? Я как-то разъебал эту хуйню. Да у меня тогда просто сгорит, Виталик, не надо только, пожалуйста. Я немножко не долечу, кажется. Тут просто она на холме. Ну ничего, мне уже 600 метров, но высота уже пропала. Я вижу что-то с башней. Там что-то с башней, отвечаю. Но меня сильно трусит, я не вижу. Ну что-то с башней, херася? Да. Я купил дешевую тачечку, кстати. Ладу? Тебе ж по грунту. Тут Land Rover дешевые, кстати. Как, по сколько? По 50, как сувы. Подожди, Land Rover? Land Rover, такие на саваннах которые. А, блин, они еще недавно были 80, я купил себе. Я люблю их, они классные. Это Range Rover. Мне 250 метров туда. Я десантировался. Так, и стоп. Так, рюкзак твой. Что ты там видишь? Ты 190 метров, сейчас за деревом спрячусь. Ты хоть на перехват ей бежал, нет? А она ко мне, кажется, бортом. О, пизда ей, короче. Это БРДМ с открытой башней с ракетами. Хуя! А, я понял, что нас взорвало. Нас взорвал БРДМ с ракетами. Ладно. Я думаю, что за взрыв был? Тоже там охуел. По нам ракету откинули. Это, короче, я не помню, то ли это зенитная, то ли это ПТУРная фигня. Да ты пиздец, если ПТУРную, блядь. У нее 5 ракет. Я возле нее, я вплотную подошел. Да. Я не понимаю, что она хочет. Убить тебя хочет, ну. А я не могу сесть. А я не знаю, что с ней делать. Что мне с ней делать? Эй. Топа, а что в ней? Она... В ней кто-то есть. Она стоит тут? Пытаюсь выстрелить. Я пытаюсь пробить этот самый лобовой. В окошечко. Не пробил. Она хоть не едет в тебя? Она стоит на месте. Ну жди тогда меня. Насколько долго ждать тебя? Ну минут 5, если продержишься, то будет заебись. Чувак, а что мне с ней делать, эй? Умный такой. Да контроль ее нахуй. Так она тут стоит. Пусть стоит, блядь. Попробуй обсосать со всех сторон. У меня зомби. У нее хоть колеса? Да колесные. Попробуй сбить одно колесо, но я не знаю, как мы на ней едем. А у тебя колес не найдется? Вон дровер отстрелим.
Откуда? А, у меня ремкомплекта нет. Выстрели по мне, если сможешь, сучка. Я, короче, все патроны потратил, сейчас еще раз респанусь на него. Я ему все в лобовой. Лучше не надо респиться, пожалуйста, Виталик, потерпи. У меня патроны. 8 километров на ландровере, это вообще не парится. Так я сейчас быстро десантируюсь. Блять. Тут два контра и обойма. Он вылез, он снаружи, он живой. Нужно его задавить. Блин, я забыл заснять, как я стрелял. Блять. А что там есть у него? Блять, труп улетел. Сука. Жди меня там, пожалуйста. У него желтое колесо, оранжевое. Печаль. Подожди, где это дерево? Винторезочка. Парня винторез. Нож. А где спавниться надо? Блин, чувак, как я тебе скажу? А, бомбердов называется. Сейчас игра вылетит. Нет, нет, нет. А, сканирование этого самого. Но всегда калечно. Как деревушка называется? Хаслы. А вот. А ты в курсе, что миссия не зачищена? Я знаю. Нам еще чистить. Завершена! Мне срочно нужно уезжать, короче, отсюда. Подожди меня, пожалуйста. Я не могу. У меня тут... Да Виталик, ну! Что тебе надо от меня? Подожди меня в хасле! Зачем? Да блин, я ты привлечу! Ты поедешь на рейнже. Да какую поеду? Не поеду я туда. На рейнже. Сейчас я закончу, мама, не поеду я на рейнже. Слушай, сколько можно? Короче, походу я труп слишком сильно старанен. Какой труп? Какой? Найди его. Колесо побитое, кажется. Слишком сильно я его пострелял. Поломал я, короче, колесико. Он сговорка уничтожил прям. А я еще ломом побил его. А, не, нормально, а там... нормально. Это я просто разгон не взял. Едет. Сколько километров? Ну я по бездорожью там с ракетник гнал. Подожди, не едет. 70. Ну... 76. Ну 76 берет в горочку легкую. Ну Виталик, ну не едет. Так я к твоей машине еду. Слушай, там мой труп. Не лутай, пожалуйста, мой труп. Я хочу испытать этот самый контур. В Мюнхенштайне есть машина, испытаешь что-то. А может ее лучше украдем? Согласен. А, это взрывел. Жалко, давай. Подожди так, мне чуть-чуть. Суф. Вот я уже спускаюсь. Туф, взорви! Я меня этим подожди. И занимался. А, подожди. Нет, я промазал, он вниз ушел. Ой, дурак! Все, готов. И сколько там еще патронов есть? А там сейчас будет следующий заряд, 5 штук. А подожди, сколько там зарядов всего? Ну, 2 патрона было и 1 заряд. 2 патрона, то есть 2 патрона. Ну, 2 патрона я выстрелил, и вот у меня следующая обойма пошла. Последняя. А сколько обоим? Это последняя. А сколько всего обоим? Не знаю, наверное, 2 было. Ой, там очаг горит вообще. С него ничего не вывалилось, печаль. А я лечу, короче. Так ракету в меня не пусти. Нифига себе, покажи. Подожди, не утай труп, пожалуйста. Я хочу. Я тебе рюкзак. Я подцеплю эту хуйню. Да-да-да, подцепи пока. Труп не трогай. Посмотри, какой он целый. А, канистры есть? Канистры, конечно, есть две. Две? Хорошо. А вон ты там бегаешь, жучок паучок. Охереть, тут горит так все. Горит, а че? Как будто бы здесь что-то реально было такое эпичное. Эпичное. Десант! Десант? То есть, я не вижу, что это за техника такая стрёмная. Кто? Тут-то мы такие на бордыме едем, такие в нас там прилетают. Убей этих альфачей, короче. Не получится, они меня сами бьют. Они меня не любят, короче. Ой, их парашюты. Я тебя вижу. Ау! Меня накрыло, Виталик, меня накрыло. Меньше курить надо было, Спайс. Он не виноват. Так стой, стой, подожди, подожди. Так вы все и говорите. Охереть, что это за хрень? Ты что, никогда такого не видел? Нет, подожди. Подави зомби пока. Тебя бьет. Задавить? Да, задави, только меня не задави. Размечтался. Так давай дали его нахер. Все, свалил. Еще один, ну что ж вы такие? О, минус 2. Камбэчи. Так, осталось еще чисто загребсти карту и все.
Так, заправлю его. То у него нифига себе. Бензина не слишком много. Охренеть! Ну, есть что есть. Так поехали в город. Так подожди. Счет... Подожди, подожди. Давай на стрелок. Я водил, а ты это. Не, давай ты стрелок. Не, я не хочу. Да давай. Я не умею. Так он не открытый, смотри. В смысле, подожди. Ну, этот. А ну выйди. О, винторез. Выйди. Я возьму винтарь. Выйди. Я имею. Выйди. На стрелка сел. Сука, ты что делаешь? А, ты его завел. А как из него? Ты что, ЛКМ и полетел снаряд? Только не надо. Давай-ка лучше я на водилу, пожалуйста. А то я выстрелю. А ты от третьего лица смотри. Да мне неудобно, Виталик. Ну я говорю, от третьего лица смотри. Так он не стреляет от третьего. Так и не надо тебе сейчас стрелять. Виталик! Че тебе надо? Че на водилу? Умный такой. А во, я могу от третьего. Да ты че, можешь. Стой, подожди, есть знаешь куда? Вот там, где была прошлая техника, я тебе покажу, где она. Ну что, кто на меня, а? Не, по сути дела, ты... Вот так мы любой конвой чистить будем, ты прикинь, там вообще насрать. Что там едет, просто одна торпеда и все. Ну это не торпеда, это ракеты. Мой друг в World of Warships торпеды ракетами называешь, а ты ракеты торпедами. Ну ё-моё. Что же вы все таки безграмотные? Волжскими. Так, давай туда есть, короче, там. Сейчас мы преподнесем. Так, по сути дела, можно ракетами и людей убивать. Сплэша-то идет. Не, по сути дела, против контура у нас не было... Ой, не контура, а конкурса. У нас не было шансов. Конкурс убьет и БТР-90. Что за конкурс? Это то, чем ты управляешь. А ну ладно. Это ракеты. Колесико оранжевое, корпус подолбал ломиком, инвалид, блин. Я по колесу целился. Это колесо убитое. Ну так это БРДМ, тот же самый. Это... Да ты чё? Это левое заднее колесо. Видишь, оно приспущено. Ага. Вум-вум. Выстрелить. Короче, ракета чуть ниже полетит, если ты на короткой дистанции хочешь стрелять. Под себя. Не, ну видишь, там же прицел таким хрестиком. И да, вот да, да. Если цель на короткой дистанции, то целься вот по вот этим нижним кончикам хрестика, понял? Понял. Ага. Каликс, иди сюда, пожалуйста, котик мой. Иди к нам. Ну сейчас мы на базу поедем, ясен пень. Не, ну сначала Мюнхенштайн. Мюнхенштайн, да. Потом ведь на да? базу. Да. А потом нам нужно бы набить чуть-чуть хуманити. У меня. Я на зомбях набил 100 хуманити, прикольно. Нужно. Не, бы... Виталик. Потом я, закончим. Типа... Что? Закончим серию потом. Ну это да. Так это самое. О, мне ты набьешься до героя, а я набьюсь потом бандита. Да, да. Это самое, у меня тут радарчик есть. Так и у меня тоже. Ну да. Так это самое. Паузу. Так мы продолжаем. Да, да, да. Так, ну техника пока что не отсвечивает на радаре. Ой, лагает. Ой, лагает, 6 FPS. Давай на водил лучше. Съемка, что ты делаешь? Все, 9, 10, все, поехали. Ставьте дизлайки, всем пока. Сука. Ну ты прикинь, так ботов чистить в городе, такая одна ракета. Не, ну серия с названием 2 БРДМ, я думаю, вкатит. Да. Один краденый, второй заслуженный. Ну да. Краденый, не, по сути дела, эта стекляшка пробивается. То есть я ну, ее... меня убили во вторую очередь, а в первую. Жалко, оно не самонаведение. Это что, тип тур? Да. Так, да. Мы на кольцевой. Да. Вот, бери на, вот на ту дорогу, вот. На прямо, центр? Короче. Да, да, да. Не, направо, правее. Ну да, да, да. Угу. Так, на радаре ничего не вижу. Животных тоже не наблюдаю. А, жаль, что людей не отображает. Это было бы весело. Ты медленно едешь, 80 км в час. Ну ты его заправил четко, если честно. Ну да, я его подзаправил, так бы в нем бы не было бензина вообще. А вон и трубы. Где? Где ничего не вижу. Вон твой труп, кстати.
Мой труп дальше. Намного дальше. А чей это труп? Каликса, что ли? Где он? Вон. Прямо вот по курсу. Ой, там техника взорванная. Водник Каликса. Это бот. Это бот. Лево, слева лежит. Где ты видишь? Еще один. Ой, ты ё-моё, сколько там техники. Поворачиваем? Прямо, 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 прямо направо поверни. По дороге прямо ехать надо. Смотри. Ты чё, Хаммер? Ага. Подцеплено. И взорвано. Блять. Вон машина справа. Скелет. Он самый, давай. Да направо, блин. Давай, давай, лутай скелет. Лутаю. Так нас вроде никто не палит. Фейнфау? Что-то есть ценное? Ну, фейнфау возьму, блин, чё? Сверхценное. Что-нибудь, чтобы... Нет. Нет, тогда нашу грусть не скрасит ничто. Давай. Сиди. Зато там другая техника есть, смотри, знаешь где? Ну я на радаре ничего не вижу. Направо поверни, там есть. Назад и направо сразу, там вон что-то белое видел. Да. Что? Ай! Что? 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 Только, сука, пропади. Ах ты сука. Он же хотел. Это с миссией эвакуации как-то связано. О, красавец. Но так и нужно их отцеплять. Залазь. Чтобы один сидел внутри. Тогда ты вместе с ним пропадешь. Поехали. Хорошо, что мы в ничего в него не сложили. Блять. Ой-ой. Что-то у меня рассинфорит. Там и труп чей-то, вот. Смотри. Это боты. Это шняга. Что с ним? А, она взорвана. Вот эй, ты прям такой... на труп заехал. Идиот. К-74. У меня рюкзака, увы, нет. Но я знаю, где я умер. И труп чей-то. Я умер. Нихера себе. А вот твой труп. Мой труп не тут, идиот. Твой труп. Где? Вот а, я ж на похуй побежал, точно. Давай, байте его. Хотя... Слышь, это ж у тебя там тот самый. Мне кажется, наверное, уже залутали. Нет, кстати, нет. Меня не лутали. Это самое, возьми в инвентарь... мое оружие. То у меня... Бот, бот живой! Сдавлющий сна. Где? Ну куда я еду, там он. Не стреляй в меня. Не бойся, будет не больно. Ты умрешь быстро. Я мог его пристрелить. Рома, дай мне доступ к инвентарю машины, господи. Стоп, кто там впереди? А, это зомби. Ну вот инвентарь машины весь в твоем распоряжении. Забери себе рюкзак, чехи. Сейчас, дай я сяду. А чё, дрыгну найти? Подожди, а его облутать? Тойк, забей, труп. А у них этот неутабельное все. Ну, оно не продается. Ясно. Знаешь, куда у меня предложение? Вот к тому хаммеру еще раз посмотрим, что там и как. Сучка. Ой. Че за хрень? Почему он пропал? Не знаю. Короче, я обижен. По нам. Не по нам, а я. А. Ага. А, ты вылез уже? Да, давно вылез. Куда мой труп делся, я не понимаю. Где-то... Стоп, чё за хрень? А, вот. Нет, водник есть. Сдохший, хаммер сдохший. Что-то тут вахханалия какая-то творилась. Грейв ДЗЕ. Чё? ДЗЕ, это ж типа... Это какой-то этот... Имбецил дохлый. АК. АК-74. Ага. Не, ну АК-74 грех не знал. Да, вот я как раз про такую технику и говорил. Угу. Вот, да, вот я это... эту технику первой я видел. Гражданскую... Тут еще один бот.
Привет. Живой? Я прям на нем стою. Поговори с ним. Ну чё, чё, как дела? Как жизнь? Набежаю, да. Извини. Ты вообще его с Глока? Да. А! Меня бьют. Зомби. Мстители хуевы. Я знаю, где еще одна такая техника есть. Какая? Такая же. Какая, как что? Как вот та хрень, которая стоит разбитая. Где? Где ты сейчас? Я тут, у деревянного здания в лесу. Там, где ты, короче, давил чувака. А? Разберешься. Ты зомби отогрел. Спасибо. Залазь. Сейчас тут еще одну возьму. G36. Это остров маленький, но да ладно. Шо? Миссия эвакуации, где она? Не знаю. Ну и началась. Поехали. И закончилась, типа. Поехали, поехали. На базу. На базу? Да. Но мы возвращаемся пустыми. Мы просрали больше, чем налутали. Да ясен пень, блин, такая. Чалька. Блин, я не вижу, куда я еду. Слушай, Древо. Предлагаю набить хуманити и набить денег. И тогда уже следующие серии делать. Купим себе какую-то технику покрасивше. Как тебе идея? Хуманити? Ну да. Ты не туда едешь. Эй. Ну да, на базу сейчас загоняем этот. Ну так эту тачанку нашу. Базу-то не туда. Куда? Да, вот так как ты сейчас едешь, ты тогда не так ехал. У тебя ствол заряжен? Заряжен. А чё? Ну он почти убитый. Ну, то есть не убитый, там обойма не добитая, а чё? Вот тут я такой её видел, только живую ещё эту технику. Так это, кажется, она и была. Да, она там заехала и взорвалась. Блин, понятно, короче. Суанна. Крупчики, крупчиков нет. Так тебя же начали стрелять до того, как ты суп заметил. Не здесь, я тебе покажу где. Там городок какой-то был по этой дороге. Надо, короче, их кемперить за каким-то зданием. Вот встать, например, за этим железным амбаром и ждать. Да, с пулеметом что-нибудь. Да, и пусть они подъезжают и начинают... А мы же в прошлый раз здесь и забили конвой. Ну да, мы его тут забили. Только вот знаешь, в чем фишка была? Потому что мы неожиданно выехали на них. Не-не-не, мы, кстати, ожиданно выехали. Вот они тут были, вот на этом повороте, да. Тогда. А мы такие, ой-ой-ой. Там, если бы был бы первый БРДМ, мы бы соснули. Да. Там бы ТР-40 багер оказался. Ну что, на следующую заедем миссию? Ну, на следующий раз, в смысле. Да. Да? Мы будем отбиваться. А на технику в любом случае поедем. Но нам нужно... Слышь, а какая техника с пулеметами предоставлена на геройках бандитов? УАЗики там всякие. Вот такая херня, которую ты видел. С пулеметом есть. А, ну, я хотел бы Хаммер с пулеметом. Нет, здесь я еще без сознанки ехал, я точно помню. Так, подписывайтесь на канал Виталика, ставьте лайки, а я сейчас пойду его драть за то, что он не слушается. Петух. Топориком. Что? А ты что, сказать ничего не хочешь? Я охуеваю от твоей наглости. Ну что ж, серия получилась странно, ничего что делать. Бля. Нормально. Серия получилась странная. В
вроде бы и что-то нашли, а вроде бы и все просрали. Грустно как-то. Это не поворотно, да. Получили много и потеряли много. Слушай, предлагаю такую тему. Пиздить из техники, ну, смеси техника, самый сок, а потом уезжать, и я думаю, кто-то да и зачистит его. Найдется лошара, который подумает, ух ты, техника, зачистит, а где техника? Все озвучим на запись, чтобы все знали, что мы такие вот бандиты. В смысле озвучим на запись? Все, закончил уже? Нет. Ты же сказал. Я еще завершение не сказал, умник. Тактику нашу выдал, басурман. Ну что ж, на этом мы закончим, собственно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Всем пока.